Поддержать и способствовать повышению потенциала женщин-акимов. С такой целью в Кызылорду приехали представители неправительственных организаций, руководители госорганов и депутаты. Их главная задача – ознакомить женщин, возглавляющих районы и села области, с новыми инструментами эффективной работы на местах. Особый акцент сделан и на госпрограммы, с помощью которых жизнь на селе можно существенно улучшить. У нас в государстве принято множество программ. Это и производительность 2020, и дорожная карта занятости, и дорожная карта бизнеса. И сейчас вот будет много выступлений из нашей команды, когда они будут говорить, как можно зеленые технологии использовать, как можно ветровую, вот новые энергетические, как сказать, конструкции, которые вы можете использовать. Вот здесь нужно будет включаться для того, чтобы их правильно, грамотно использовать.